В густой листве большого сада, среди птиц и пчел, живут маленькие человечки, которые называют себя горошками из Поддингтона. Тут есть страшила, черноглазый и обжора. Но, пожалуйста, сохрани это в секрете. Есть шустрик, счастливчик и милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. Горошки из Поддингтона. Стручковый остров. Жемчужина стручковых земель. Бывший некогда пристанищем для ужасного капитана Черного Боба. Пирата. Внизу, на причале Поддингтона, капитан Хоппи рассказывал одну из своих длинных историй милашке и счастливчику. «Да, касатики!» — сказал капитан. «Я в одиночку обогнул весь стручковый остров!» И пока они были поглощены рассказом, никто не заметил крадущихся фигур Страшилы и Черноглазого, удирающих на одной из лодок. «Волны поднимались до 20 футов, и вдруг мой корабль раскололся на кучу обломков, и тогда...» Шлеп! Взглянув через пруд, капитан Хоппи увидел две маленькие фигурки. «Разнеси меня, ракушка!» — воскликнул он. «Пироговые пираты!» Как раз в этот момент прибыл констебль, чтобы расследовать беспорядки. «Привет, привет, привет! Что происходит?» «Здесь». «Участь полицейского не очень счастливая». «Счастливая», — хором сказали остальные. «Так, приготовьте лодку и отправляемся за этими двумя». На пруду Страшила отдавал приказы. «Приготовиться к стрельбе, мистер Черный Глаз», — прогремел он. «Так точно, капитан», — ответил черноглазый пират, стреляя из пушек. И Страшила воскликнул. «Хар-хар-хар!» Горошки разбегались, чтобы скрыться от обстрела пирогами, завалившими весь Поддингтон. «Противник приближается, мистер Черный Глаз!» — объявил Страшила. «Ой, босс! В смысле, капитан! Это судно!» Воскликнул Черноглазый. «Харр!» Презрительно рассмеялся Страшила. «Наши орудия разорвут их! Зарядить пушку клубничным пирогом с вишневым кремом!» Черноглазый наклонился за пирогом. «Ого! Мы не можем! У нас кончились снаряды!» «Слушай последний приказ, мистер!» Закричал Страшила. «Приготовиться к побегу!» Спасая свои жизни, Страшила подгонял Черноглазого. «Быстрее ты, улитка, пока нас не заковали в кандалы!» Когда горошки принялись убираться, Черноглазый и Страшила выскочили на берег, а констебль и капитан Хоппи прямо за ними. Наступая на пятки, Чистюля, самый чистый горошек Поддингтона, пускал пузыри. Они были так увлечены своим побегом, что не заметили, как Чистюля оставил на дороге кусочек мыла. Что ж, всем показалось, что беглецы окончательно пойманы, когда... Вскоре они уже плыли по воздуху к жуткому замку. «Вот это я и называю чистый побег», — сказал констебль. «И так бы оно и было». Если бы только они не начали танцевать танец моряков. Они приземлились в мягкую грязь стручкового острова. «Высадились, блин!» — простонал Страшила. Пройдет какое-то время, прежде чем они в следующий раз смогут доставить неприятности в Поддингтоне. И на это можно рассчитывать. «Касатики!» В густой листве большого сада, среди птиц и пчел, живут маленькие человечки, которые называют себя горошками из Поддингтона. Тут есть Страшила, Черноглазый и Обжора. Но, пожалуйста, сохрани это в секрете. Есть Шустрик, Счастливчик и Милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. Горошки из Поддингтона.